Птички. Так, а у тебя плавильни нету? Есть. Ну, я кузню только вижу. Горн, кузня. Ну, горн. Ну, это одно и то заводу? Не, ну где... Нет, вроде. Ну, вот это как его, горн, но это есть плавильня. Если у нас горн зовут. Нет, где плавить эти вот латунные дверные ручки. Переработчик, имеется в виду. Переработчик? Да, но он вроде здесь отключен на этом шавеле. Из-за этого все, эти всякие эти там. Ручки, зайди, да, сейчас в это в горн и попробуй это сделать, это там. Не алюминий, это латунь. Не, я не могу сделать. Его надо с собой в кармане, чтобы он был. Ну или в этом. Короче, сам разберешься эти. Куда тебе этот мусор скинуть? Так, а еще вон светильник под потолочной лампонюх. Ну что, все? Можно идти на отдых? Вот алоэ надо, алоэ, алоэ, алоэ. А, мы сегодня будем разбираться с этим. С едой. Какую еду проще всего приготовить, чтобы... Фигня не заниматься. В общем. Ладно, давайте перерыв устроим. Пару минутов и кам. Thank you.
Я снова здесь. Так, я хотел... А, еду. Еда. На, неизвестные ингредиенты, да? Что надо сделать? Еда. Вот, овощное рагу, но ингредиенты там картошка. Давай сделаю. Кукуруза. А ты умеешь? Что-то да. Овощное рагу и умеешь сделать? Крафти. Много-много-много овощного рагу. 50 штук. Что-то губу раскинул. Ну давай 100. Да, просто много картошки, а я учу на семена пускать сначала. У тебя нет семян картошки? Вот 9 штук. Так, и тухлое мясо где-то приносил. Вареная кукуруза. О, канистру. Возьму одну канистру. С собой буду таскать, мало ли. Топливо тебе. Так, аккумулятор, хлопки. У тебя тут все. Таблички. Так, 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 так. Рецепт. А это изучается или там чем больше тыкаешь, тем лучше открывается? Рецепты в основном будут. А, тут же можно улучшать. Там этот мод для улучшения кармана, чтобы у тебя больше места было. Да пофиг, как улучшить станцию? Улучшить станцию или улучшить материал на станции? Улучшить станцию, улучшить материал я могу, а уровень верстака недостаточен. Отойди, я посмотрю, я же не знаю. Это на другом. Ну, данные нужны. 250 данных, остальное все есть. А, флешки, на нее, точно. Да, на нее нажимаешь и вверх поднимаешь. На нее нажимаю. А, вот, вижу. 10. А что за 10? А у меня 10 написано, а не 250. Так, фермерские делянки. Я ж приносил. Есть 4 сделал уже сейчас. Вот, а, ну окей. Там картошку, наверное. По исследованию. Вот, горн. И тут горн. И там горн. Выглядит по-другому. Кузница. А, не кузница ли нужна? Кузница есть. Не для кузницы. Ну вот, да, стоишь. Вот, а как переплавлять, а тогда мусор? Мусор здесь переработчик, но он вроде отключен. В смысле, ну, переработчик отключен. А, вот он, вижу, есть. 250 флешек надо. Бетон. Мне нужен бетон. Пригодится, но... Я еще, ну, этот на работу послал. Все, ты кидаешь меня? Да, ты полный хозяин здесь. Оставляешь меня в этом бездушном мире? Да, 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 да. Полном боли и страдания. Так точно. Как я люблю делать всегда. Ладно, я все, пока, если чуть попозже, может, присоединишь. До свидания.
Так, нам тогда нужно. Я даже не знаю, что нам нужно. А, у меня все равно один. Автоматический. И пока сушку оставим. Каменное копье. Разобрать. Костяная заточка. Урон 6,8. Блин, меньше, чем у меня урон. Разобрать. И механик. Ага. Так, шипы. Курятник, пасека. А, тут уровень надо повышать верстака. В общем, ничего не понятно, крайне интересно. 23 часа. А, вот, вспомнил. Лопату нужно.